Вдали от дома и скорбите, когда взаимоотношения полов нарушены, когда вина вас съедает какая-то, когда депрессия, когда вы думаете о самоубийстве, когда наркотическая зависимость у вас какая-то есть, когда нарушение в взаимоотношениях, когда насилие, неуверенность в Боге, нужда в руководстве и много-много-много еще положений человека в сегодняшнем дне. Здесь описано, и Бог говорит: у меня есть лекарство для тебя от всего этого. Да, приветствую. Домен, давайте, да? А что я потом? Да нет, мне не надо. Я вот это думаю, может, здесь? А что вам надо дать? Что-то? А, ну, а вы можете дать? А знаете, вот это что за мало так вы. Слышишь, Вась, завтра после собрания давай. Да? Вот. А может давайте завтра кому? После собрания? Кто сейчас даст? Кто сейчас даст? Сейчас Юры нет. Давайте завтра да, на 10 утра завтра богослужение. И после богослужения.